по презентации PowerPoint. У нас есть новые новости. Прежде всего, все знают, что есть предпродажи пресейл Days токенов 1 июля. И надо обеспечить, что все знают об этом. И о структуре, что это есть, и как точно можно обеспечить свое участие. Это простое. Это 1 июля происходит. Итак, пара основных информаций, чтобы все знали. Daisy Launchpad и токен сейчас залистованы на CoinMarketCap.com. 1 августа мы будем уже торговаться на 5 на 5 биржах, 5 USDT за один токен. Любой, который стейкирует Daisy токен, имеет возможность токенов получать бесплатных, эксклюзивных, и также дополнительная информация. Публичный пресейл начнется после пресейла Daisy, и пресейл будет от 1 до 5 USDT, и будет более 100 миллионов токенов. Это 10% общего выпуска. Пресейл для Daisy членов от 10 центов до 1 USDT. И пакеты токенов будут основываться на вашем уровне в Daisy. То есть это самая большая причина, почему нужно апградироваться перед 1 июля, для того, чтобы максимизировать свое участие в продаже Daisy токенов. Будет более 300 миллионов токенов допустимых в продаже. То есть 30% от общего выпуска. Будет 4 раунда. Первый 10 центов, 25 центов, 50 центов и 1 доллар. Токен-паки обеспечивают 46% обеспечение дополнительных средств в существующие планы. То есть вы, естественно, прекрасное время для инвестируя в новые поколения и новая матрица. Это нужно реферировать, создавать команду, как раз самое лучшее время, потому что 1 июля продажа токенов начинается. 46% каждого пака токена будет обеспечивать оплату в USDT в существующие планы ревордов. То есть очень много причин, почему огромное количество действий необходимо сейчас до 1 июля предпринимать. Мы, конечно же, рады, и те детали, которые мы готовы сегодня дать, спиловер мейкер, бонусы абсолютно беспрецедентные. Я благодарю за Daisy культуру, это мы являемся комьюнити, мы являемся сообществом с большими сильными лидерами и лидерством. Когда лидеры несколько недель назад к нам подошли и сказали, что нам нужно кое-что создать для человека, который, может быть, не пейс-сеттер, может быть, не лидер пейс-сеттеров еще, но они начинают свой Daisy бизнес. Нам нужно создать кое-что для малых, более меньших достижений людей. И, конечно же, мы хотели обеспечить успех этого как комьюнити и спилловер, обеспечить пул для того, чтобы все знали, что Spillover Maker Pool и будет отработать с Daisy. И пул 1000 USDT уже вкладов было, и это было в мае, 22 мая. И с 22 мая до сегодняшнего дня, если бы вы реферировали 4 людей с 4000 вклада, то есть 8 человек рекомендуете,
2000 USDT вклада, то есть две акции вы, а там четыре акции. Соответственно, прежде всего бонусный пул расширен до конца этого месяца, до 30 июня, до 12:59 минут UTC, время UTC. Еще 2,5 недели, и заработать можете столько акций, сколько хотите с этим бонусным пулом. Мы добавляем дополнительные 10 миллионов DAISY токенов к бонусному пулу, которое изначально было 10 миллионов всего. А сейчас мы увеличим этот промо, и обеспечивается общее количество 20 миллионов DAISY токенов, которые будут в Spillover Maker бонус пул помещены. То есть это прекрасная возможность коллаборации и заработать как можно больше акций в этом пуле. Люди просто сводят с ума сейчас. Зарабатывать акции — это огромная возможность. И мы также анонсируем второй Spillover Maker бонус пул. Второй бонусный пул — 1% от всех DAISY продаж токенов. 1% от всех DAISY предпродаж разделятся между Spillover Maker'ами. То есть 1% от каждого токен пакета войдет в 1% бонусный пул. И у вас есть возможность заработать акции в этом бонусном пуле. Этот бонусный пул, это расчет его будет обратно идти к 22 мая, то есть та же самая дата рассчитывается с этой даты. И как, то есть 1% бонус пул. Если у вас две акции, если вы заработали в Spillover Maker пуле между 22 мая и 30 июня, вы зарабатываете одну акцию в 1% бонусном пуле. С каждыми двумя акциями, которые вы уже заработали между 23 мая и сегодняшним днем, и каждую акцию, которую вы с сегодняшнего дня до 30 июня, вы зарабатываете бонусную акцию в этом 1% бонусном пуле. На самом деле 1% от USDT, от всех USDT по всем предпродажам DAISY токенов войдут в этот пул и будут выплачены тем членам, которые квалифицировались. Как квалифицироваться? Заработать две акции в Spillover Maker пуле, и когда вы это делаете, вы получаете бонусную акцию в 1% пуле, и нет никакого ограничения в количестве вы акций. Можете в одну акцию в 1% пуле во всех Spillover Maker акциях, которые вы заработаете. Как заработать акции в Spillover Maker пуле? Просто подпишите 4 людей с общим вкладом 1000 USDT. И вы можете заработать неограниченное количество акций в этом пуле. Это действительно восхитительно. Я сейчас снова видео вам покажу, отключу шеринг экрана. Эдвард, это большие новости для этого рынка, для этого поля людей, которые мы сейчас строим, массивные возможности. Возможность сейчас не в одном пуле участвовать, а в двух. И следующие 3 недели от сегодняшнего дня до конца месяца практически, это все идет с 22 мая, рассчитывается. И просто это просто прекрасно. 10 акций, 15 акций, 20 акций в Spillover пуле. Сейчас можно заработать второй бонусный пул. На каждые 2 Spillover акции, которые вы зарабатываете, вы будете участвовать в 1% бонусном пуле. Эдвард, это действительно огонь. Да, это
вдохновляет меня как строителя. Просто если просто рассчитать, сколько этих продаж это будет, 1%, не хочу говорить цифры, но я думаю, что более миллиона долларов с таким малым достижимым любой в своей стране, даже те страны, где зарабатываются пару сотен долларов в месяц, действительно это можно сделать. Эта программа создана именно для этих стран, и действительно это прекрасно. И это очень вдохновляет и, скажем, очень выгодно для людей. Да. Да, мы говорим о кэш и оплатах NDT. Люди получают буквально напрямую деньги. Да, Юрий, вы... Мы вас не видим. Мой интернет очень плохой. Извините. Вот сейчас уже нормально. Я буду здесь говорить. Да, это прекрасно. И почему мы добавили еще 10 миллионов токенов? Потому что мы хотим разбавить немножко пул и поддержать этот пресейл, потому что мы хотим, что мы знаем, что больше людей захотят квалифицироваться, и лидеры уже зарабатывают бонусы. И мы хотим разбавить 20 миллионов бонусных токенов, и это будут получены каждым членом, который квалифицируется. Сейчас включим видео. Давайте еще раз попробуем. Вчера у меня связь была хорошая. То, что я хотел сказать, что всем будут оплаты вестись в wallet'ы, то есть непосредственно в кошельки. Это действительно, я в этом поле, и я действительно воодушевлен сам. Да, прекрасный момент по поводу это промо. Всем своим друзьям расскажите. Напоминания важны для вас, новые новости, может быть, новое что-то для вас. Paysetter Gold Reset заканчивается сегодня в 11:59 вечера по времени UTC, то есть универсальное время, то есть через 10 часов. Paysetter Reset заканчивается, то есть за последние 30 дней нужно ресетиться, потому что есть определенные технические сложности. Думаю ли, что справедливо дать каждому всю эту возможность? Мы даем 60 дней для этого ресета, для обновления. И это заканчивается в 11:59 вечера UTC. Второе – это члены, которые квалифицировались на Paysetter Gold в январе. То есть есть определенная какая-то глюк в контракте первом с 21 рефералом и 64 тысячами контрибуций, имеют время до 11:59 сегодня для того, чтобы завершить вот это требование и соответствовать требованию 24 рефералов и контрибуции 128 тысяч для того, чтобы заработать возможность участвовать в токен-пуле для того, чтобы Paysetter бонус Paysetter с меньшими требованиями, как в январе. Конечно же, январским вы можете иметь возможность эти бенефиты использовать, эти преимущества, но помните, 10 миллионов DAISY токенов в Paysetter Gold Bonus Pool и 10 миллионов у нас в Leadership Bonus Pool. Для того, чтобы квалифицироваться на это как цель, у вас должны быть 24 реферала и 128K контрибуций. Для тех членов, которые квалифицировали для всех Paysetter Gold, до 22 мая должны были заработать один Spillover Maker Share для того, чтобы заработать возможность
иметь возможность участвовать в бонус-пуле Pacesetter Gold DAISY токенов, то есть до 22 мая, для того, чтобы была возможность этих акций, вы должны заработать всего лишь одну акцию в Spillover Maker Pool к концу этого месяца. Это очень важно для тех пейсеттеров, которые хотят этого добиться. И также еще очень важно следующие два пункта. Все члены, которые будут в DAISY, до 31 июля должны квалифицироваться для пейсеттер цели Gold. Конечно же, если вы все еще внутри своих 30 дней, то есть обычные 30 дней для квалификации, то есть до 31 июля, если вы квалифицируетесь для Pacesetter Gold, по Pacesetter Gold принципу, то вы автоматически будете добавлены в пул токенов Pacesetter Gold. Это очень важно, потому что очень много людей сейчас зарабатывают DAISY, это просто рекордно будет, и многие из них будут в июле присоединяться, конечно же, это момент очень важный, до 31 июля. То есть, естественно, это очень много времени для квалификации, то есть 31 июля для квалификации как Pacesetter Gold, если вы внутри 30-дневного своего регулярного периода. Также все члены, которые до 31 июля квалифицируются Pacesetter Leadership Shares акциях, и они будут включены в Leadership Pool. И каждый член DAISY имеет время до 31 июля заработать акции в этом бонусном пуле. Я думаю, что мы увидим огромный, невероятный будет у нас разгон. Огромное количество людей квалифицируется для всех в комьюнити. У вас есть время до 31 июля обеспечить включение в Pacesetter Leadership, и вы тогда сможете в этот пул участвовать. Также очень важно, мы всем комьюнити говорим, чтобы, пожалуйста, распространяли эту информацию. Это прелонч действительно важный момент для запуска лаунчпада. И действительно, просто на CoinMarketCap добавляйте DAISY Launchpad. Посмотрите, смотрите, сколько людей смотрят за этими токенами. 2000, посмотрите, 2412 фолловеров, так сказать, которые следят за этим. И мы как комьюнити должны обеспечить, чтобы все ваши друзья, все ваши знакомые заходили на coinmarketcap.com и просто в поле поиска набирали DAISY Launchpad или Launchpad. Вы кликаете на watchlist звездочку, вот эту вот звездочку, видите? Видите? И примерно 20 секунд займет всего лишь создание аккаунта после кликинга, после того, как вы кликните. То есть, если нет у вас аккаунта в CoinMarketCap, просто email, это очень быстро происходит, за 20 секунд буквально вы регистрируетесь бесплатно в свой аккаунт и добавляете DAISY Launchpad в вашем watchlist'у. Watchlist, зачем вы следите? Давайте все объединимся в комьюнити нашем и будем в социальных сетях информацию давать. И давайте обеспечим столько много по всему миру смотрящих за этим DAISY, сколько возможно. Да, это все. Мы, конечно же, благодарим всем тем, кто уже информацию распространяли. И конечно же, делая это, каждый побеждает, каждый получает преимущество. Если вы еще не посмотрели на DAISY Launchpad веб-сайт, то, конечно же, поощряем вас, чтобы обязательно это сделали. White Paper — это рабочий документ, который будет иметь изменения
Здесь можно узнавать все про Launchpad Daisy, www.daisylp.com. Вы идете туда, загружаете себе, скачиваете себе white paper, и это также веб-сайт, на который будут получаться проекты, идти проекты, project creation, кликаете, и их представители проектов будут нашему комьюнити, Daisy Community, представлять эти возможности. Обязательно подпишитесь, и вы обеспечите, что вы следите за Daisy YouTube-каналом. Каждая YouTube-презентация с переводом, каждый вебинар, каждый промо-видео, которое будет выпускаться, они всегда будут на нашем канале загружаться, на наш канал. И все вебинары, все встречи, конечно же, будут, плюс официальный телеграм-чат. Можете там кликать, и он вас, вы будете перемещены на Daisy канал, и все будете получать уведомления, как только будут на YouTube-канале какие-то видео размещаться, и, соответственно, также следите, пожалуйста, если вы еще не в этой группе на Telegram-канале, пожалуйста, обеспечьте, что обязательно подключитесь. Бэк-офис, Telegram-линк там, нужно подключиться, daisylp.com, в Telegram зайти, подключиться к каналу daisycrowd.com. Все объявления, все анонсы делаются на Telegram-канале. И это способ действительно в реальном времени получать информацию, всегда быть вовлеченными. И еще мы официальную страницу Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter создаем для нашего Daisy сообщества. И очень много вещей, которые действительно вдохновляют, все вдохновлены без тени сомнения в том, что, из-за того, что Daisy Launchpad запускается и 31 июля, быть частью пресейла Daisy. Я так рад, что у нас Юрий и Алекс здесь, наши партнеры. Для тех, кто не знает, Алекс — это тот, кто на самом деле спас после января, когда наша система, наш смарт-контракт крешились, и он перепроектировал всю систему смарт-контрактов нашу и действительно спас проект. И в результате этого мы прекрасно выполняем сейчас смарт-контракты. И это все чувствуют ежедневно. Алекс пришел к нам несколько месяцев назад, сказал: ребята, как только мы это сделаем, как только платформа Daisy сделана будет, и смарт-контракты будут закончены, я работал кое над чем над моими менторами, это было очень большим, и это было прекрасно для Daisy. И это Daisy Launchpad. И Daisy пришел к нам в прекрасное время, блестящая концепция для нас, это было мечтой, действительно, потому что миссия Daisy — децентрализованный краудфандинг, и для того, чтобы нашу модель встроить в полностью децентрализованную систему, чтобы комьюнити был у руля, иметь возможность прибыль давать, equity давать всем членам, Daisy мемберам, Daisy членам и Daisy Launchpad. И Daisy Launchpad — это будет крупнейший проект в мире. И привнести это в наше сообщество. И это будет прекрасным шагом для нашего следующего запуска. И многие видели Алекса 10 июня на Digital Summit нашу. Он один из ключевых спикеров был. Действительно, так умно
представлял Дейзи, и я наслаждался каждой секундой. Юрий также это в мире блокчейна, бизнес-сообществе имеет много запусков проектов и лаунчпадов, и большое количество успехов. И он тот, Юрий, это тот, кто обеспечил организацию работы на многих площадках и много социальных вещей сделал для нас, для продвижения на открытом рынке по всему миру. И я сейчас хочу вам дать слово Алексу и Юрию. И я действительно очень рад. Спасибо, что вы с нами сегодня. И я бы хотел, чтобы вы немножко деталями поделились по Launchpad график, что можно ожидать по поводу значит, прибыли, токенов и так далее. Спасибо. Спасибо за теплые слова, как всегда. У меня даже щеки горят. Ребят, сейчас это время сделать презентацию более подробно, чем в прошлый раз, я думаю. Мы перейдем по всему. Все уже было сказано, на самом деле, что такое Launchpad, почему он уникален, каковы преимущества токенов и так далее. Давайте я включу свой экран. Да, видите? Yes, sir. Да, сэр. Right. Итак, Daisy Launchpad, или стартовая площадка. Цели, высокий уровень роста. Есть много проектов. NFT-проекты, DeFi-проекты. И целый бум идет сейчас. И общие финтекские проекты, все эти категории имеют все более крупные капитализации, фонды, которые необходимо поднимать, так сказать. И также есть еще и далее работающие системы, полностью прорывные технологические проекты, которые вы даже не можете себе представить, насколько это сложно. И все это мы хотим скомбинировать в нашем лаунчпаде. Мы хотим создать децентрализованный краудфандинг-платформу, и это, которая намного больше, чем обычные лаунчпады, которые вы видите сегодня. И мы не просто стремимся стать маленьким проектом, который $100,000 собирает для того, чтобы показать, что есть возможность чисто для галочки. И да, это мы сделали, и мы будем счастливы. Мы хотим создать реальное краудфандинговое место, платформу, которая использует блокчейн-технологии для того, чтобы была прозрачность, для децентрализованное управление. Хотим внести крутые проекты без ограничения чего-либо бы то ни было. Итак, больше деталей, как мы это будем делать. Есть основные ключевые агенты в этом, так сказать, это люди, то есть комьюнити, которые участвуют в продажах, и проекты, которым требуются фонды и денежные средства. Мы хотим скомбинировать это все через Daisy Token. Это будет центральным элементом нашей системы и обеспечит им очень много преимуществ. Я хотел бы затронуть каждый из этих трех аспектов один за одним. Сначала мы поговорим о комьюнити нашем. То есть комьюнити действительно требует несколько вещей, и так не так много. Как будет управляться платформа, то есть как эта маленькая страна будет управляться, каковы правила ее. Второе — это мы внедряем проекты, предлагаем их сообществу. И мы, прежде всего, должны информироваться для того, чтобы защищать наше комьюнити, чтобы комьюнити знало, в чем дело. Третье — это что мы приносим на стол, то есть что мы получаем, то есть защита. И
governance или разумное управление и все эти правила системы, все это мы создаем вместе. И governance, так сказать, это такой формат. Вы об этом много слышали, наверное. То есть это означает, что разумное управление каждым человеком, который держит у себя DAISY токены, сможет участвовать в этом процессе управления. То есть все предложения, например, какие-то конфигурации, изменения конфигураций, малые, например, может быть, процент реферала, кто-то хочет увеличить на большее количество, на большее число. Или кто-то говорит, что мы любим этот проект, мы хотим, чтобы он запустился в какой-то определенной экосистеме, где все решения будут приниматься сообществом, людьми, и потому что в конце концов не имеет смысла на стол приносить что-то, что никто не знает. Итак, проект онбординг, так, то есть вхождение в проект. То есть это про, как мы обеспечиваем, чтобы обычное применение, application, то есть приложение, то есть мы обеспечиваем, чтобы это с юридической точки зрения было все нормально, что это работает для нас, работает для проекта, то есть applicability, то есть application, именно применимость. Что касается одобрения командой исследователей, мы создатели, мы проверяем, что все нормально, что за проекты, какие графики, какие этапы, есть ли у них достаточная подготовка, листинги, пулы, модели работы, IVA. Если только все нормально, мы будем запускать голосование сообщества для того, чтобы вы, ребята, решали, как вы чувствуетесь по поводу этих проектов. Есть много причин, почему вы можете быть очень большой энтузиазм иметь, либо наоборот не хотеть включать в эту экосистему. Это полностью ваше решение будет, не наше. Итак, давайте попробуем поговорить по бенефитам, то есть преимуществам. Большая часть об этом. И много слайдов будут говорить не о глубоких каких-то заявлениях, но мы все эти заявления посмотрим в этой презентации, тем не менее. Итак, первая вещь — это ранний доступ к токенам по лучшей цене. То есть это означает, что каждый проект, в который мы заходим, лучшие пресейловские цены мы получаем. То есть токены обеспечиваются, и наша IDO будет иметь много этапов, наша краудсейл, и каждый этот этап будет намного более преимущественен для нас, чем в сравнении с ценами открытого рынка. Конечно же, у нас будет много акций для поощрения роста сообщества. Всегда есть философия, что мы должны обеспечить, что создание комьюнити вокруг каждого проекта, который присоединяется к нам и в DAISY Family, это ключ к нашему успеху. Итак, возможно, то, что мы сейчас предлагаем, сейчас может казаться полностью другой вещью, в отличие от того, что такое DAISY Endotech, но на самом деле нет. Например, когда мы делаем стейкинг, мы храним, или когда мы присоединяемся к проекту для того, чтобы в нем участвовать, мы абсолютно хотим драйвить людей для того, чтобы они больше людей вовлекали сюда. Есть много отличной механики, которую мы сейчас разрабатываем. Я просто сейчас жду зеленый свет, чтобы мочь поделиться этим. И я думаю, что дальше наша white paper будет детали иметь по этому. Конечно же, стейкинг yield, то есть это мы через неделю
через минуту, точнее, доход от стейкинга, поговорим об этом. Стейкинг yield. То есть стейкинг — это не то, что может функционировать без современных DeFi децентрализованных сред. Это данность, конечно же. Итак, мы, конечно же, очень рассчитываем на рост экосистемы. Это, конечно же, включает и капитализацию, и движение цен, и так далее. И большая часть токена экономической полезности — это, конечно же, ключевые драйверы для того, чтобы обеспечить рост DAISY токен и до небес поднималась. Дальше по поводу токенов. Хочу говорить о двух компонентах: стейкинг и токеномикс. Стейкинг — это самая вдохновляющая часть, о которой поговорить в этой презентации. Начинается, как обычный процесс стейкинга, хранения, обеспечения хранения, но есть много социальных преимуществ. Если просто, по-простому, без планов инцентив, то есть сначала стейкируем DAISY токены, некоторая генерация дается некоторым количеством стейкинга, и много сразу же получается возможностей. Такие возможности, как принимать решения по каким-то различным правилам, стриминговыми ресурсами управлять, проекты, которые присоединяются к платформе, и так далее, решать по поводу этого. Мы это все на следующем слайде будем смотреть. И мы получим особую, как я сказал, доступ к проекту с прекрасными сделками, крутыми сделками. И мы будем говорить о форматах, о определенных тирах, ярусах и пакетах, которые мы хотим, возможно, хотим внедрить. Например, проект, может, какой-то имеет намного лучшие условия, но и каждый человек получит промо-бонусы за социальную активность. Это означает, что... Итак, ты хочешь приглашать людей, чтобы они присоединялись к какому-то проекту. Ты хочешь обеспечить, чтобы... Нужно обеспечить, чтобы ваш энтузиазм разделялся другими людьми, чтобы они увидели. Вы просто привлекаете их в DAISY, и отсюда получаете очень много, так сказать, бонусов, потому что если вы получаете особый пул реворды за привлечение людей, за стейкинг их намного больше токенов. То есть это именно та вещь, которая будет продвигать рост, огромный рост, как ракета этого сообщества. Каждый человек, которого вы приглашаете, на самом деле, конечно же, вас квалифицирует для кэшбэка, и мы хотим вас наградить за приглашение. Конечно же, любой человек может с улицы прийти и присоединиться к проекту. Но если действительно вы думаете о внедрении, о приглашении больше, нужно кэшбэки, бонусы за кэшбэк и кэшбэкские бонусы, так сказать, все это обеспечивать. Что говоря о токен-механике, токеномиксе, токен-экономике, обеспечение того, чтобы было много способов создания полезности для DAISY токенов и создавать системы, которые внутренне функционируют для того, чтобы увеличивать цену, снижая общее предложение. То есть это токен-механика везде такая, начиная с краудфандинг-комиссии, например. Каждый проект, как только они присоединяются к платформе или краудфандинга, и это не только заявление для запуска IDO, нужно, чтобы они покупали DAISY токены. Итак,
мы бы не хотели, чтобы стать маркетплейсом для миллиарда проектов. Мы хотим обеспечить, чтобы каждый проект, который заинтересован в нашей платформе, чтобы они действительно посвящали свои усилия и чтобы они привносили эти токены, некоторые токены для нас, за наши усилия, которые мы проводим, за действия, которые мы проводим, за исследования. И когда мы... И какая-то часть акций будет сгорать. Конечно, за создание какой-то системы проекта нужно сжигать DAISY немножко для снижения для снижения предложения. Но некоторые из них идут в комьюнити. Но некоторые проекты сжигают больше, и они действительно должны привносить эти DAISY акции сами. И на самом деле не существует никаких возможностей просто... То есть мы, DAISY, мы, конечно, зарабатываем за многие, значит, фи, на многие, так сказать, эти, за многие, мы зарабатываем многими вещами, конечно же, и мы делаем многие вещи для раннего выхода. Будут временные блокировки для стейкинга, конечно же, особый пресейл. Я, конечно же, есть, и я в нескольких слайдах об этом поговорю. Итак, что такое валидатор? Что такое валидатор слэшинг? Большинство предложений будут рассматриваться валидаторами, то есть они одновременно стейкеры. То есть если они ведут себя не так, как обычно, то слэшинг происходит. И также есть механики, которые блокируют токены для того, чтобы не создать слишком перевыпуск и стейкинг. Стейкинг делается с маленьким тайм-блокировкой, временной блокировкой, с маленькими дилами для реворда. То есть это, конечно же, делается для того, чтобы обеспечить рост и валидация сама, я уже об этом говорил. Итак, проекты, преимущества для проектов и стадии преимуществ. Это действительно причина этой презентации. И каковы преимущества по каждому этапу. Итак, самые первые и большие преимущества — это то, что у нас комьюнити верующих, уверовавших в проекты, сильное сообщество. Что я имею в виду? Если проект на пресейле стоит на DAISY Launchpad, то, конечно же, мы потратили время на рассмотрение того, должен ли этот проект к нам присоединиться на платформу. Также вы, комьюнити, мы спросили вас, и прекрасна ли эта идея, нравится ли вам этот проект. И, во-вторых, это нами построено. Я думаю, что это ничего страшного. Но эти люди, ребята, сделали прекрасную вещь с DAISY, и их модель прекрасна, и их опыт просто из них идет как из рога изобилия, и маркетинговые реворды нужны достаточно отличные уровни запусков, и есть опыт запуска этих проектов очень успешный. И когда речь заходит о краудфанд,
как Ground Sale. Все начинается, работает, все начинается с стейкинга. Если вам реферал, вы по реферал приходите, то маленький буст получаете, или вы просто заходите и присоединитесь к Daisy, неважно, есть. Вы должны стейкировать Daisy токен, хранить это в основном для нашего управления, для того, чтобы вы могли принимать решения. Так, это начинается со стейкинга. Затем C-проекты. Вы должны смотреть проекты, которые крутятся на нашей платформе. Затем проекты — это не по поводу количества. Для нас мы не хотим, например, иметь огромное количество миллионов проектов, так, потому что мы о них заботимся, о каждом. Мы очень серьезно их воспринимаем, и мы не хотим никаких вопросов и сомнений, когда мы начинаем работать с каким-то проектом. Поэтому это до десятков, может быть, проектов, но очень крупных. И это ключевая часть, ключевая разница, что нас отличает от других ланчпадов. Что мы приносим на стол? Мы когда видим эти проекты, мы видим, люди собирают огромные денежные средства, собирают от прекрасных проектов, от удивительных проектов. Мы уже поговорили о некоторых из них. Джереми об их упомянул в презентации. Конечно же, это вы решаете, какие будут эти проекты, но такой человек, технический технарь, так сказать, как я, действительно очень воодушевлен. По поводу краудфандинг этапа по каждому проекту, который вы хотите присоединиться, здесь будет много различных стадий в зависимости от проекта и от сетапа проекта, так сказать, от настроек проекта. Это будет начинаться с нашей уникальной этапа, то есть Daisy Stage. Daisy этап, то есть Daisy проект обеспечивает пакет токенов, который имеет Daisy внутри. И это ключевым является для того, чтобы драйвить вперед, продвигать вперед Daisy проект сам. И это прекрасная промо, так сказать, или драйв, потому что и волшебство в том, чтобы не просто в том, что проекты, которые привлекают доступ, но он бернет различные сборы от Daisy токенов, и нет возможности, что цены вниз пойдут, и то есть проекты покупают долги и берут дополнительные профиты, сами используют. Итак, создание комьюнити лидеров, люди, которые самые активные, которые привлекают, реферируют много людей для определенных проектов, они получат за это компенсацию, так сказать, бенефиты, определенные дисконты, специальные токены, кэшбэки, в повышенных количествах, по повышенным ставкам. И следующий этап — это allocation chance. То есть один из этапов наиболее обычных, который сейчас идет. Здесь мы это считаем, рассматриваем для более мелких проектов. Если проект требует если им нужны деньги через краудфанд, то мы используем этот этап для лимитирования их участия. Но для крупных проектов, которые через публичный трейдинг идут, то есть не каждый человек по миру, а каждый комьюнити член будет применять участие в такой краудсейл. Вот сети несколько, не все, а всего лишь немного. Ethereum,
и Binance Match. Сейчас мы смотрим, и другая часть команды смотрит Solana. И какова стратегия для этого? Когда эти проекты придут и когда они будут созданы, они ожидают огромную экосистему вокруг них. И, может, будут какие-то utility, которые этот сам проект использует. И некоторые прекрасные NFT-проекты хотят использовать некоторые маркетплейсы на маленьких смарт-чейнах. И мы, конечно же, это рассматриваем. Следующее, что касается Solana. Solana прекрасна в создании масштабируемых, высококомпьютеризированных проектов. И в конце понимает, что нельзя быть счастливым просто с одной вещью. И поэтому есть несколько проектов, которые мы рассматриваем, которые используют другие сети. Для нас это не по поводу сети, это по поводу проекта все-таки. Мы смотрим не на сеть, а на проект. Мы будем решать и, может быть, расширять на основе уже возможностей, которые мы видим у различных проектов других. То есть это все по поводу того, что я хотел сказать с точки зрения моей презентации. Я сейчас микрофон передаю вам, коллеги. Алекс, это было прекрасно. Я думаю, что очень много ясности было привнесено. Юрий, я хотел бы, чтобы вы немножко быстренько рассказали, что мы можем ожидать, когда мы будем увидеть уже DAISY на публичном рынке, маркетируется на рынке в июне-июле. Что за вещи, которые вы будете, ваша публичная маркетинговая команда будет делать для того, чтобы вынести это из пределов DAISY Community? Скажите по поводу мэппинга мирового. Какие стратегии, которые мы обеспечиваем для того, чтобы цена начиналась $5, а потом шла вверх, и все эти прекрасные вещи, и это же ваш опыт, я знаю, что и это вопрос для вас. Да, конечно. По поводу Джереми просто рассказал о больших целях для нашего проекта и анонсировал их, и вы должны понимать, что DAISY — это на самом деле большой DeFi проект. Это не большой, а огромный проект, и все DeFi проекты имеют это как маленькие цели, но мы должны, конечно, проходить через них. CoinMarketCap, CoinGecko, 5 больших бирж до конца августа и большое количество инфлюенсеров, которые от криптомира, YouTube большие каналы, Telegram каналы, то есть социальные лидеры мнений, то бишь проекты из DAISY Launchpad будут промотировать в группах DAISY Launchpad. У нас будет большая поддержка от социальных лидеров мнений различных, не только DAISY Community. Мы выйдем за пределы, и мы, конечно же, привлечем новых пользователей и трейдеров. Это, конечно же, наша цель реальных трейдеров пригласить, чтобы они трейдировали в наших токенах, и реально, чтобы мы могли покупать и продавать токены на реальном рынке с токенами работать. Это не новое, это просто что-то большое, это реальный рынок, это ты не покупаешь, ты трейдируешь, то есть ты реально покупаешь, продаешь токены на реальных биржах. Это большая цель для нас. Я уверен, что новые трейдеры, большие бит-эксченджеры, бит-биржи будут использоваться. Это наша цель — внести больше новых успешных проектов, которые требуются сильный краудфандинг на платформе DAISY. И я думаю, что до конца этого месяца мы анонсируем первый большой проект, Джереми. И да, я действительно очень жду этого. Я рад, что вы поделились топ-3, и любой из этих трех — это действительно мечта, которая может воплотиться.
в жизни. И еще один тизер немножко рассказать. Только что получил эту информацию. Наш первый проект получил большое финансирование от одной из больших площадок, и этот проект будет финансироваться Solana Foundation. Solana Foundation будет финансировать его. Да, это мы получим доступ к проекту, который Solana, в котором участвует, в финансировании которого участвует Solana. Да, это невероятно. Ребята, наш план анонсировать как минимум первый IDO, и я сделаю это в июле, то есть перед публичным торгованием, перед публичным выходом на бирже. Это будет первый проект, который мы будем поддерживать. Это создаст большую веру и вовлеченность на открытом рынке, так сказать. И я говорю вам, мы имеем шанс, ребята, только один всего лишь Дейзи и десяток проектов уже к Дейзи подошли, обратились, и Юрию тоже обращаются. И мы будем лучшие из лучших, только мы будем допускать, которые заходят на рынок, и сам некоторые лучшие имена криптовалют и комьюнити по всему миру. Это действительно мы, Дейзи, работаем в реальном мире. Endotech — это компания, которая является институциональной финансовым учреждением. Много лет они публичный IPO сделали на фондовом рынке. И я просто рад тому, что большие венчурные капиталисты, большие фонды, такие как Solana, что они их поддерживают. Это просто невероятно. И некоторые имена, названия, которые вы нам сказали, это просто реально мечта, которая стала реальностью. Daisy Launchpad работает с проектами, которые связаны с такими decision-makers, с такими влиятельными структурами. Спасибо за это видение для Daisy Launchpad. И все, что вы делаете, это, конечно же, нельзя не восхищаться. Ребята, у нас были превосходные три недели. У нас есть превосходные три недели до 31 июня. Массивные возможности, огромные возможности заработать ваши акции один в 1% пуле, квалифицироваться для Pacesetter Gold и заработать в Pacesetter Leadership Pool. Это до 31 июля. Представьте себе, что мы сделали за 2 месяца, то, что происходит за 5 дней. Представьте, вот те результаты, которые мы добились всего лишь за целых 2 месяца, что это все произойдет за 5. И rewards план, и все это прекрасно. И мы действительно воодушевлены. И это было прекрасное время на Digital Summit посмотреть на тот успех, который достигает Daisy Community. И я действительно горд представлять вас. И благодаря тому, что уже доказала Daisy Community миру. И действительно прекрасно знать, что сейчас в конце сегодняшнего совещания, так сказать, в конце этой презентации, я сказал, что хотел бы, чтобы мы давайте закончим этот вебинар и дадим Дейзи возможности миру. Да, спасибо большое, Джереми. Пока он делал презентацию, я думал, как прекрасно, что мы можем не только в этих проектах участвовать, которые подходят к нам, но еще в тех проектах можем участвовать, которые проходят отбор профессионалов. Я просто не могу. Я так хочу уже инвестировать и, так сказать, начать это все. Как сказал уже даже он, техник, технарь, так сказать, он воодушевлен. И новый 1%
New City – это увеличение, добавление 10 миллионов токенов и так далее. Это просто прекрасно, превосходно. Да, я тоже очень воодушевлен. Я согласен, мне нравится маркетинг, мне нравится инвестмент, инвестиции. Это прекрасная платформа, действительно мечта. Мы можем инвестировать в различные проекты, правильно? Мы можем строить портфолио. Это действительно платформа, которая является мечтой на Земле, так сказать, чуть ли не рай на Земле. И за следующие месяцы, несколько лет, конечно же, есть очередной путь создавать компанию, точнее, нашу платформу, которая будет известна в широких кругах, не только в нашей нише, но во всем криптомире. Прекрасные презентации, спасибо, я слышал, и вы так, у вас так много впереди, спасибо большое. Мы действительно команда мечта. Джереми, Илья, Алекс. Мы на этой неделе будет также доктор Беккер, она будет создавать видео, выпускать видео. Мы, конечно же, тоже будем смотреть это вместе с сообществом. Мы не те люди, которые говорят о фейковых обещаниях. То есть всегда они говорят, что всегда будет только профит, только прибыль. Нет, это реальный мир. Конечно же, процент прибыли за последние несколько дней, процент прибыли немножко снизился, потому что рынки двигаются, это нормально. И у нас вчера с Эдвардом был прекрасный разговор. Эндотек — это самый безопасный место, что касается роста ваших цифровых активов. И никогда не измеряйте конец чего-либо моментами вашего пути. Есть моменты, когда трейдинг вниз идет, трейдинг вверх идет, и это нормально. Если бы так бы не было, мы бы не были теми, кто мы здесь. То есть наша если бы это бы не было так, если бы мы не признавали это, то наш месседж миру, он был бы неправильным, и он был бы фейковым. То есть мы по поводу здесь transparency, мы по поводу открытости. Я хочу, чтобы все были знали и были уверены, что да, будут всплески, будут падения, просто успокойтесь. 12-24 месяца, успокойтесь, растите свой бизнес, присоединитесь к экосистеме Daisy Launchpad, и через 12 месяцев вы просто откинетесь на спинку стула, и вы поймете, что огромное количество дополнительных потоков денежных средств вы для себя открыли. То есть дотроньтесь до Дейзи, и пусть Дейзи дотрагивается до вашей жизни. И пусть все расширяется. Ваш разум, ваше видение, ваша вера, ваши деньги расширяются. Все расширяется. Это безграничная комьюнити. То есть партнерства расширяются. Это безграничное действительно сообщество. Все, что мы делаем, это все от энергии и от бесконечного потенциала. Это то, о чем мы здесь. Никогда не измеряйте ваш путь и ваши реакции, ваши результаты по одному дню. То есть никогда не читайте книгу по одной странице, не судите о книге по одной странице. То есть в коротких терминах нельзя оценивать нечто, что должно оцениваться в длинных терминах, в длинных сроках, в долгосрочной перспективе, так сказать. Ребята, все мы ставим Дейзи на карту мира, как никто никогда. Спасибо всем.